Вот сейчас вот автобус встанет, первый автобус встанет, второму некуда, он встанет напротив лужи. И пассажиры прямо в лужу будут высаживаться. Проблема с тротуаром беспокоит местных жителей более 10 лет. Мавлияр Ишбулдин – строитель с 30-летним стажем. В свое время он работал не на одном десятке строительных объектов. По словам мужчины, при ремонте основной дороги в его время ремонтировали и тротуары. Необходимо сюда положить КАМАЗ щебенки и тонн 5-6 асфальта. Вот это проблема. Я звонил по этому поводу, полдня время потратил. По всем инстанциям, начиная с Министерства автодорог, кончая домоуправлениями. Но ответа не добивался. Асфальта нет там, где расположена автобусная остановка. И выходя из салона пассажирского транспорта, людям приходится наступать в лужи или перепрыгивать через них, что не всегда возможно. Дыры, ямы. Невозможно ходить. А пожилым людям вообще очень сложно ходить по такой дороге. Надеялись на универсиаду, на чемпионат мира уже не надеемся. То есть уже ни на что не надеемся. Это вообще неудобно бабушкам вот вообще переходить. Посмотрите, тут упасть можно. Кошмар. Надо сделать что-то. Как заявили в пресс-службе мэрии, города работы по замене асфальта на этом участке в этом году проводиться не будут. На новые тротуары у города нет денег. В районной администрации пока не могут назвать даже примерный срок, когда на Мавлютова отремонтируют тротуары. Андрей Трофимов, Роман Фенин, Айгуль Низамутдинова, эфир 24. «Игра престолов». 4-й сезон за один день. В воскресенье.